Нет, за что? Почему, мама? Я наделал! Далее, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Forgotten Hills First Step. Серия уже, наверное, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, не знаю какая, короче, предыдущая серия. Мы внезапно, нас почему-то схватили, и мы попытались вылечить папу, но в итоге мы напоили его кровью, и он скоропостижно скончался, не знаю почему. А ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать, и поехали. Короче, сюжет пока не ясен. Какой-то дед, мы попали не знаю вообще куда, и давайте посмотрим. А Джимми, я хочу выкурить трубку, прояви благосклонность и принеси мне то, о чем я прошу тебя. Ты сможешь найти сокровище позже. А где звуки? Почему-то нету звуков. Ясно. Понятно. Ладно, разберемся. Так, это не поджигается, это не открывается, пушка не берется. Так. Тети нест пас уне пайпе. Или рири. Сиси неси нест пас уне пайпе. Пайп — это, короче, трубка. Что-то с трубкой связано. Короче, написано: не кури никогда, иначе вырастет губа вот такая вот, и будешь страшный, и фу-фу-фу. Хинтс. Это слова нужно найти. Обсессион. Давайте искать. Обс-а-о. Об... Нет. Так, давай что-нибудь простенькое. Кома. Давай кома искать. Ищи вместе со мной. Ищи, давай, помогай. Кома. Вот вижу ко. Ма не вижу. Давай, ищем букву си. Си, вот си. Си-си-си-си. Си-си. Ищем си-си, я не знаю, но... Я не вижу больше си. Вот. Кома. А, вот. Так, вот нифига. Надо зажимать. Это новое действие. Надо зажать мышку и вести. Так, травма. А, это эти. Это, короче, симптом. Не симптом. Ну да, можно сказать, симптомы. Травма. Ищем. Так, вот тут нету. Тут нету. Р нету. Р нету. Р нету. Опять же. Травма. Окей, это несложно. Madness. Это... Ой, madness. Это что у нас? Серамф. Нет такого, серам. Короче, кома, травма, видимо, какая-то. Madness — это гнев, так скажем, ярость. Madness, medicine, где ты? Madness, ma. А они все по прямой или наискосок тоже могут? Нет, смотри, наискосок не мог. Значит, они либо по диагонали, либо по вертикали, либо по горизонтали. Madness, madness. Ты ищешь со мной? Потому что я пытаюсь найти, но не вижу. Я не вижу madness. Ма-ма-ма-ма-ма. Давай. Давай от обратного. О, вижу. Санит. Санит есть какой-нибудь? И нас... Ясно. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ну, ищем madness. Это должно быть не сложно, потому что две S подряд должно быть. Давай от обратного, смотри. Ищем две S. Вот две S. Нет, ищем еще две S. Давайте, помогайте вместе, потому что я не могу без вас ничего найти. Это сложно. Но сам... Я, кстати, таймер не поставил. Но окей, будут дополнительные пару минут. О, СССССС. Я не вижу. Это, знаешь, разбрасывается все так вообще... Очень все хреново разбрасывается. ДНСС. ЕСС. СС, ну где? Тут нет ни одной СС. Тут реально нет ни одной СС. Возможно, такого тут слова нет. Визионс. Давай визионс. Онс. Давай вот так вот по очереди будем. Визионс. Вот окей. Nightmares. Кошмары. Визионс — это галлюцинации. Nightmares. Давай искать. Nightmares — это кошмары. Nightmares. Nightmares? А где вы? Я не вижу Nightmares. Ты видишь Nightmares? Потому что я не вижу Nightmares абсолютно. У меня не бывает кошмаров, поэтому на... Nightmares. О, это вот такая вот легкая загадка, и так долго на ней сидеть — это такой бред на самом деле. Вот N. Я надеюсь, тут все слова есть, потому что я почему-то их не... Microsoft вот какой-то тут был сейчас. Блин, ладно, давай что-нибудь... Memento, давай найдем Memento. Memento. Memento.
Начинать надо с мэ. Я надеюсь, они не пересекаются. Кстати, пересекаются, это плохо. Вот, что там, мэ. Межи, мемори. Мемориз, есть такое? Да, мемориз, воспоминания, смотри. Смотри, как увидел, офигеть. Мементо. Все-таки оно должно быть, мементо. Мементо. Давай искать О с Т. О с Т. О Т надо искать. О и Т. О и Т. Тут нету таких букв. Тут нет. Ты понимаешь, тут нет всех слов. Мне кажется, тут реально нет всех слов. Давай illusions. Иллюзии. А вот он, смотри. Illusions сразу. Да ё-моё, illusions. А, что у нас ещё? А, так. Insanity. Insanity, вот вижу, потому что я ее уже находил, ну, я ее взглядом находил. Марес. Ну, моменту должно быть же тут моменту. Моменту море. Моменту море, покажись. Моменту, мэ-мэ. Ну, а оно еще и наискосок? Серьезно? Моменту. А кто знал, что и наискосок тоже можно? Это нечестно, я считаю. Нечестно, Madness. То есть наискосок, вертикаль, горизонталь. На вот так вот оно не работает уже. Хорошо, вот он, кстати, Madness. Вот он, Madness. Nightmares. Nightmares. Давай букву N найдем. Не. Не. Да. Так, я очень надеюсь, что они еще не пересекаются при этом, потому что иначе это будет вообще задница полная. Что попроще? Obsession, мне кажется, проще. Obsession. Обс... Нет, так не работает, я о чем и говорю. Obsession. Хорошо, и Nightmares. Ты видишь, ты видишь здесь кошмар? Видишь здесь кошмары? Я не вижу здесь кошмаров. Ни одного кошмара я здесь не вижу. Но они есть. Они где-то здесь есть. Либо это слово, которое, заметьте, нам в чем-то поможет. Но не факт. Надо найти. Nightmares. Nightmares. Я их не вижу вообще. Я реально их не вижу. Потому что вот N. Вот N. А нам же надо нигхт. Я ищу на, а надо ни. Нигхт. Нигхтмере. Нигхтмере ищем. Я реально не вижу больше ни одной нигхтмере. Будет очень-очень обидно, если еще с одной же буквы можно начинать с той же самой. Это сразу будет задница полная, потому что это так нечестно. Это нечестно. Такие. Нигхтмерс. С, да. Отлично. Так, это знак. Это знак. Знак чего? Как-то это можно? А что написано? Ну, треугольник. Я уже приготовил ручку, да. Треугольник перечеркнутый. Потом какая-то знак четверки. Потом L. И. Не знаю, что это значит, но где-то мы это воспользуемся явно. Так, что еще можно посмотреть? О. Ага. Подожди, там было что-то такое. Нет, здесь нет перевернутого треугольничка, здесь нет. Монетки, книжки. А все это. То есть мы в одной комнате. Опять же, мы в одной комнате, и нужно что-то на этой комнате найти. Что-то где-то натыкать. Так. 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 Ну, эти вроде как правильные. Какая-то L и I. Ну вот это правильное. Потом вот эта четверочка. Так можно. С точечкой. Тут так, подожди, а есть такая? Да, вот она. Получается, раз, два, три. Вот так что ли? Вот без этой.
Да как не... А, вот это же еще. Вот так. Вот. Они нелогичны и непонятны. Спички, окей, нашли. Сразу поджигаем свечку. Зачем, не знаю. Пушка выстрелила хорошо. Куда она выстрелила? Куда выстрелила пушка? В шляпу. А кто знал, что у него там... Эх, ты нехороший дядька. Закрыл там, понимаете ли. Тут что надо делать? Отличие искать, да? Ага, отличие, понял. Это, ой, отличие я люблю. Вот отличие я прямо обожаю искать на самом деле. Я в ВКонтакте есть такая приложуха, там нужно искать отличия, я прям обожаю их искать на самом деле. Ну, есть всякие такие, знаешь, эти приложения и все такое. Найди отличия и все вот, это классно, это развивает зрительную память, развивает вообще координацию в пространстве и вот это вот все. Так, больше не вижу. Нужно, знаешь, взять картинку в целом. Взять картинку в целом. Одно где-то, одно осталось. Одно. Давай помогай мне тоже, помогай. Вы когда смотрите и помогаете, я прям чувствую эту помощь. Я надеюсь, это не в квадратиках. Разница. Иначе будет вообще... Можно это как-то убрать? Так, нужно абстрагироваться. Нужно абстрагироваться и посмотреть издалека. Вот, возможно, носок. Нет. Так, что другое? Что-то еще есть. Что есть тут еще, что я не вижу? Что я... Я надеюсь, вот эти точечки не надо считать, потому что это будет глупо. Точечки будут глупо. И вот эти вот квадратики, я надеюсь, тоже не на... А, вижу, все. Длина палки. Длина палки, прекрасно. Кисть! Кисть! Зачем нам нужна кисть? Нужно что-то нарисовать. Ага. Ах, дописать! Сесси эст уне пайпе. Сиси, пожалуйста, принеси одну пайпе. Как это работает? Ну на. А, вот и трубка. Спасибо, Джимми. Пока я ищу табак, я расскажу тебе очаровательную историю. Джимми, это мы. Вроде как за Джимми играем, за мальчика маленького. Или нет, подожди, мы в самом начале начинали за какого-то мужика. Мы убежали из машины, там жену пытались спасти. Давным-давно жил да был бесстрашный охотник, который отправился на охоту рано утром. Однажды в лесу он увидел прекрасного оленя и молча натянул тетиву лука, чтобы убить его. Перед тем, как он сделал выстрел из лука, пролетевшая мимо пчела ужалила его прямо в нос. Удивленный охотник промахнулся и упал с лошади, разбив голову о камень. Какая жестокая история. Стрела отлетела в сторону и попала в глаз жуткого дракона, который мирно спал неподалеку. Стрела убила его в мгновение ока. Через некоторое время рядом с драконом оказался кот, который вытащил застрявшую в его глазу стрелу. Вернувшись в деревню, кот показал стрелу горожанам, и они объявили его королем, котом и убийцем драконов. И все. Ясно. Да, это то же самое все. И? Только не говори... Серьезно? Ну, королем его объявили в конце. Понятно, это по истории, надо нажимать монетки. Так. Охотник. Олень. Пчела. Так, охотник, олень, пчела, охотник, олень, пчела. Либо лошадь, либо камень, либо лошадь, либо камень. Дракон. Кот. Ну и король. Да? Так, проверяем. Охотник. Олень. А, это по очереди надо, понял. Охотник, олень, пчела, дракон, кот, король. Это легко, элементарно вообще. Надо не забывать, что здесь есть скримеры, потому что я слишком что-то как-то спокойно все это делаю. Нужно всегда ждать скримеров.
Ясно. Так. Ёпарасоте, вот это будет сложно. Вот это... Хотя... Ясно. Как переиграть? Так, смотри, желтый нужно сюда. То есть желтый мы поворачивали правильно. При этом надо не забывать, что нам зеленый еще туда надо повернуть. Вот это будет сложно. Вот это будет сложно. Тут, блин, это прям надо заморочиться. Так, ладно. Не, да куда, зачем ты туда полетел, ё-моё. Вот мы здесь надолго. Это мы прям здесь надолго. Ясно? Так, все было правильно. Но что-то пошло не так. Это я обратно возвращаюсь, чтобы не мешалось. Так, этот загнали. Смотри, сейчас нам надо зеленый вот сюда загнать. При этом не пропарить фиолетовый. Ладно, давай. Давай. Раз уж обещал, давай. Тридцать две минуты. Я на последнем шаре вечно парился, и он, короче, укатывался. Там, оказывается, это очень сложно на самом деле. Вот и смысл бы был вот это все записано. Это жуть, это жесть. Это слишком сложно. Она не сложная, она прям на внимательность. То есть там надо запоминать вот это вот все. Там очень, на самом деле, много разных вариаций, но тем не менее. Табак, да? Да, табак. Дед, слушай, из-за твоего курения столько геморроя, просто пипец. Кстати, я не понял, он ведь сам сказал, что будет искать табак. Но почему-то нашел его я. Наконец-то у меня есть все, что нужно. Пожалуйста, зажги мою трубку. Да, ты сам только не загорись, пожалуйста. Как же хорошо! А теперь сокровище. У тебя получилось найти его? Нет? Какое сокровище? Ты сейчас скример сделаешь, да? Так, вот, надо записать как-то. А можно как-то заново, дед? Как? Ну-ка, начни заново. Так, давай. Волнистая. Три штучки. Вниз. Квадрат. Галочка с палочкой. И галочка еще такая и волнистая. Попробуем. Я не знаю, записал я, нет, но попробуем. Так, волнистая. Три точки. Галочка вниз. Буква П. Галочка с точкой. Дубль В. Галочка вниз. Вот такие я задачки люблю. Вот такие. На скорость, на внимательность, на память. Ну никак не, блин. Вот эти вот перекладывания, перевертывания. Вот это вот все. Что за часы? Медальон. Что он мне дает? Зачем мне этот медальон? Дед, зачем мне медальон? Я покурился, что ли? Как же хорошо! А теперь... Тогда... Да, вот. Так я нашел уже. На. Очень хорошо, мой мальчик! Ты гипнотизер? Ты меня сейчас гипнотизировать будешь? Не надо меня сейчас гипнотизировать, потом скримак вылетит, меня съедят.
Мой отец оставил мне это устройство перед смертью. Возможно, когда-то оно станет твоим. А это дедушка мой, что ли, или что? Тогда ты поймешь, что на тебе и на земле есть гораздо больше, чем мы можем себе представить, Джимми. Глаз! Он смотрит на меня. Ой, опять медсестра. Тетенька, а давайте вы не будете на меня прыгать. Сегодня у меня день рождения, мама. Я еще не видел свой торт. А, это я говорю. Ты увидишь свой торт, когда наступит нужное время. Почему бы тебе не поиграть с Пико? Пико, это вот эта штука, да? Ясно. Так, вот это Пико. Воу, вот это игра с Пико. Я так понимаю, надо дойти до финиша, собрав 58, да? Но это я сейчас не наберу. Это надо посчитать, короче, сперва. Не, не наберу. Мне надо еще 7. А, ну, блин, давай сначала. Эй, давай, Пико, давай сначала, я все понял. Так, смотри, вот это берем. Возра... Нет, то есть тут только один вариант был. Ладно. Так, нам нужно не набрать 9. Как нам не набрать 9? Так, 40, 45, 55, еще 3 надо. А, 6, 51, блин, опять нет, блин! Так, это надо думать, опять надо подумать. Нам надо 58, смотри. А, 5 плюс 8, это у нас что, 13? 16, 22, 28, 37, 43, 46, 50. Хм, 50 и вот эти два. 58 получается. Давай попробуем. Получается, мы вот это забираем. Вот это забираем. Вот это забираем. Тридцать девять, 41. Так, 39, 44, 52, 53, 54. Опять я где-то четверку проворонил, что ли? Не понял вот сейчас. Я же все точно посчитал, идеально прямо. Что пошло не так? Ну да, где-то четверки не хватило. Почему? Ой, давай еще раз. 13, 15, 21, 24, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 54. Еще надо 4. Если я пойду через девятку. Восемнадцать. Так, 27, 30, 36, 41, 49, 51. Отлично, я понял. Вроде бы. Главное сейчас не намохать нигде. Главное сейчас нигде не намохать. Так, смотри, 35. Здесь у нас 40. 50, нам еще надо 8. Отлично.
Надо было всего лишь один раз посчитать. А, да, ведь правильно, да, отлично. Пико, я не знаю как, но я выиграл тебя. Я тебя выиграл, Пико, давай без скримеров. Только мы с тобой поиграли, ты... зачем ты сбежал? Ни за что, почему, мама? Я наделал! Это я наделал? Я поиграл с Пико, как она сказала. Мы с ним поиграли, я... Кстати, вот эта штука была, вот вы в тот раз просили вебку брать, вот именно эта штука сидела в канализационном, этом, за решеткой, с которой мы там с метлой бились. Посмотри, что ты наделал, Джимми! Ты проклят, как и все Ларсены до тебя. Постарайся больше ничего не сломать, пока я разбираюсь с Пико. Нет, мать нормально, сама его раздавила, короче, я виноват. Вот нормально, нет? Какой бред вообще. 1980 год. Так, это какая-то подсказка по цветам. Это хорошо. В духовке пусто, здесь все пусто. О, это что? Это натыкать надо? Скорее всего, тут определенное натыкивание должно быть. Да. Скорее всего, какую-то фигуру надо натыкать. Я пока не знаю, какую, но хорошо. Не такую ведь? Нет. Это что, это мольберт? Ну, не мольберт, это... Ну да, это мольберт, ё-моё, это где это... Палитру, где раскрашивают краску. Пико, извиняй. Это надо бы здесь раскрасить, хорошо. О, понял. Ё-просто, как неудобно. А блин, как вас поймать-то? Ты издеваешься надо мной? Подожди. Тут что-то нарисовано. Ну, опять надо. Тут управление... Можно галочками, крестиками? Нет, нельзя. Короче, управление очень неудобное. Если бы управление более-менее удобное было, было бы все нормально. Но тут ужасное управление, просто ужасное. Я пытаюсь вести этот стакан долбанный, но он не едет. Он просто не едет. А где красный-то будет еще, нет? Ты издеваешься надо мной. Давай зеленый попробуем. Я не успеваю! Стой! Хорошо. Ой, нет, пошел отсюда. Зеленого надо, хорошо. Еще один. Они ускоряются или что, я не понимаю? Ну все, я же сделал. Что тебе не нравится, игра? Что тебе не нравится? Я же все сделал, как ты хотел. Че? В смысле? Вот это какая-то подсказка для этого холодильника долбанного. Что-то хватает? Давай посмотрим. Но это я смотрел. Ты издеваешься? Он предлагает... Давай, смотри. Проверяем. 5 набираем, потом их все скидываем. Потом опять 5 набираем, все скидываем. Давай, спира начнем с желтых. Раз. Это такая долгая и тупая и нелогичная задачка будет, если это действительно правда. То есть мы сперва набираем желтых жуков, потом их всех скипаем. Стой. То есть потом все это скипаем, набираем зеленых жуков. Ой, красных. Потом снова все скипаем и набираем уже зеленых. Если это не так, то я охренею. Че? Ой, короче, я не хочу второй раз эту хрень занять. Собирайте только насекомых одного цвета. Пока индикатор не заполнится, четко следуй инструкции, представленной в подсказке. Ну, я так и говорил. То есть, пиранам нужны желтые. Желтые, красные, зеленые. Давай, желтые, красные, зеленые. Поехали. Это такая дурацкая... Тут управление колоссально неудобное. Если бы оно было удобное, было бы еще нормально. Но оно неудобное. То есть, стакан не ездит так, как я хочу.
Я пытаюсь воротить стаканом нормально, но он не едет, как я хочу. Он просто не едет. Он застревает, он подлагивает. Хорошо, теперь лед. Отлично. Теперь красных. Стой, красных, говорю. Я, скорее всего, все пропарил, потому что я одну льдышку взял. Скорее всего, нельзя было взять одну льдышку. То есть, когда я желтых набрал, оно само все исчезло. Да, оно само исчезает. Вот сейчас зеленых надо. А, ну, остальные цвета уже не появляются. То есть, это уже радует. Нет, появляются. Я говорю, скорее всего, неправильно, потому что я уже лед взял. Я после желтых взял льда. А это, скорее всего, неправильно. Не надо было так делать. Нет, прекрасно. То есть, игра не следит за тем, что я не взял. Что это? Майонез. Майонез надо добавить сюда. О, майонез, это же так невкусно. Это что? Линейка. Это что-то будем мерить. Зеленое насекомое. Это великолепно. Это что-то крутится? Я сейчас что-то сделал? Или что? Есть линейку надо использовать. Зачем мне линейка? Объясните мне. Алло. И чё? Это судоку, что ли? В натуре это судоку. Это, короче, смотри, нужно, чтобы в этом ряду было 1, 2, 1 подряд. Вот эти, короче, все. И вот эти все. Это все 6 подряд. Теперь давай. Здесь где-то один должен быть пробел. Где-то, я пока не знаю, но где-то должен быть пробел. Тут, смотри, должно быть 2. Вот так, 3. То есть 2 и 3. Это судоку. Это судоку, это я понимаю. Это более-менее понятно. То есть 1-1 здесь уже есть. Тут 4. Вот так вот. Здесь 4 вот так вот. Здесь 5, значит, по центру. Здесь 3. Вот так и вот так. Я умею разгадывать судоку. Не прошли даром сидения в сканвордах и в судоку, в этих всяких, знаешь, в аэропортах, в поездах, в автобусах. Я любил разгадывать судоку. Окей, это было несложно. Они бывают сложнее. Это типа эти японские кроссворды. Что там, тряпка? Да, это вытереть, конечно же, надо. Ткань в пятнах крови, хорошо. А, это я понял. Так, это давай зарисуем. Вверх. Сюда. Да. Потом сюда. Потом сюда. Сюда. И снова как первый. Сюда. И попробуем. Я нарисовал так криво, но попробуем. Первый правильно, второй. Второй у нас вот этого нет. Третий у нас нету верхнего. Четвертый нету левого. Ага, отлично, прекрасно. Это средство для мытья, да, это надо все смыть. Нет? Добавить? Налить? Вот туда? Сюда? Ага! Синяя краска, белая краска, зеленая краска. Почему майонез желтый? Майонез должен быть белый. И красная краска. Окей, пошли рисовать. Давай рисовать. Чтобы понять логику рисования. А есть где-то подсказка, как рисовать? Где-то должна быть картинка, которую я должен нарисовать, нет? Этот предмет поможет вам внимать. Ни хрена себе! Прикол! Это картинка из журналов, из предыдущей вообще главы игры. Вот она, смотри. Она из предыдущей главы игры. Какого? И как она мне поможет? Как она мне поможет? То есть вот это должно быть красное все, да? Как она мне поможет?
Но это не перекрашивает. Нет, подожди. А как это отменить? А можно как-то это стереть? Давай, хорошо. Правый верх. Вот это бы как-то убрать, знаешь, отсюда. Так тут все эти были. Это обучение было, как все это делать. Вот. Ауч. То есть это реально движение линии. То есть это... Мы в тот раз не прочитали эту книгу, а тут, оказывается, все это было. Четыре цвета. Раскрасьте рисунок, зная, что вы можете использовать не более 7 ячеек одного цвета. При этом ячейки одного цвета никогда не должны соприкасаться друг с другом, даже в углах. Не понял. Вот сейчас не понял. При этом ячейки одного цвета никогда не должны соприкасаться друг с другом, даже в углах. По 7 ячеек. То есть вот здесь синего не может быть. А как это определить? Вы что, издеваетесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Что мне это дает? Ну вот здесь точно желтый. То есть, потому что в округе все остальные есть. Здесь точно синий. Хорошо, пойдем от обратного. Пойдем от обратного. То есть здесь точно не синий. А, блин, а как? Так, вот здесь красный. Здесь синий, желтый, красный, значит здесь зеленый. Здесь синий есть. Красный и зеленый, значит здесь желтый. Здесь есть зеленый, желтый, синий, значит здесь красный. Ну окей, хорошо. Опять же вот это углы, они сошлись. А так нельзя по идее делать. Здесь синий. 1, 2, 3, 4, 5. Два синих осталось где-то поставить, 6. То есть один синий последний остался. Здесь есть желтый, есть красный. Здесь зеленый. Здесь есть, значит, зеленый. Здесь точно не зеленый, не синий, значит здесь красный. Да? Если я здесь поставлю. Ну подожди, блин. Синий остался где-то один. То есть, скорее всего, здесь зеленый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один зеленый остался. Один синий остался. Здесь скорее. 1, 2, 3, 4, 5. Желтых осталось много, кстати. Вот здесь, скорее всего, желтый. Здесь, скорее всего, желтый. Здесь, мне кажется, синий. А, нет, здесь не синий. Ты что, здесь зеленый. Здесь красный. Красный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще один красный где-то. Вот он здесь. А, у нас остался еще желтый, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, еще один желтый где-то. Это вот здесь. И 1, 2, 3, 4. Блин, подожди. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, я здесь синий. Гениально, гениально. Это мощь, это просто сегодня мозг. Просто мозг сегодня работает. Как часы прямо, чик-так, чик-так. Все, давайте на этом закончим, даже брать это ничего не буду. В следующей серии продолжим, а пока подписывайся на канал. Ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочка внизу в описании есть. Также не забывай приводить друзей и подруг на канал. Пиши свои игрушечки для прохождения в комментариях. Я, кстати, одну уже вычитал, и я уже купил ее, приобрел. Мы в нее обязательно сыграем. Все, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на ВКонтакте, заходите в Дискорд. С вами был, ребят, Бояра, канал я, и пока-пока.